Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні в нас незвичайні гості. Ми поговоримо про те, що на Дніпропетровщині влітку розвелося, ну не розвелося, а люди помічають дуже багато змій. Як з цим бути, як, чи боятися їх, чи не боятися, нам розповість Євген Боянвер та його прекрасний друг або подруга, я ще не знаю. Знайомте нас, з ким ви прийшли. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Это один из питомцев нашей коллекции, нашего зоопарка, молочная гондурасская змея. Это не опасная, не ядовитая разновидность змей, ужеобразная. Просто хотелось проиллюстрировать, что змеи тоже бывают очень красивые, милые, добрые, интересные создания, которые заслуживают права на существование, на жизнь, в том числе и на жизнь рядом с людьми. Хотелось сказать о том, что змеи появились на нашей планете давно и существовали и жили на этих территориях, где сейчас мы живем, задолго, наверное, до того, как построили здесь какие-то свои сооружения, дома, города, зоны отдыха и так далее. И сейчас складывается такая ситуация, что природных мест обитания становится все меньше. Можно сказать, что их практически уже и не осталось в естественном таком нетронутом виде. И поэтому змеи, которые здесь водились испокон веков, они вынуждены искать и приспосабливаться к жизни рядом с человеком. И поэтому, соответственно, ничего удивительного нет в том, что мы все чаще встречаемся с этими чудесными животными, представителями. Но почему-то такой стереотип у людей: раз змея, значит, есть равенство, это гадюка. Это обязательно что-то ядовитое, опасное, что нужно уничтожить. Ну, как минимум, это страшно. Да, вот какой-то такой негативный, да, аспект касательно змей. Но надо сказать, что в нашей области, наверное, к счастью, нет опасных, смертельно опасных для человека змей. Единственный ядовитый вид, который водится у нас, это степная гадюка. Но встретить эту змею не так и просто. Еще нужно потрудиться, чтобы ее обнаружить. Они занесены в Красную книгу. Поэтому тех змей, которых чаще мы встречаем где-то на берегах водоемов, в черте города или за городом, как правило, все-таки это не ядовитые, не опасные представители ужей или полозов. К сожалению, нет возможности показать. Я хотел на фотографиях продемонстрировать, как выглядят разные виды змей, которые водятся в нашей области. Но так могу сказать, что как отличить, да, ядовитую гадюку, да, от совсем не ядовитого полоза? Гадюка – это змейка небольшого размера. Почему-то многие считают, что гадюка, как анаконда, должна быть огромная и бросаться на людей. Но нет, эта змейка небольшая, обычно размера, ну, максимум где-то до 55 сантиметров, а чаще даже меньше, 35-40 сантиметров. Особенно самцы этого вида существенно меньше самок. И эти змеи не стремятся напасть на человека, а защищаясь, попадая в безвыходную ситуацию, только лишь тогда они, спасая собственную жизнь, могут попытаться укусить. Но не всегда у них это получается. Выработка яда затрачивает много жизненных ресурсов, поэтому они стараются зря яд не расходовать. И только в самом крайнем случае, уже когда деваться некуда, только тогда используют свои ядовитые зубы. Но даже если эта змейка укусит человека, как правило, здорового человека такой укус не является смертельным. Особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью. Редкий случай, когда есть сердечно-сосудистые заболевания, аллергические реакции, тогда укус может вызывать какие-то осложнения. Но таких случаев довольно мало. На мене дивиться. От вкусила, да, от раптом, да, так сталося. Що робити? От перше, що робити людині? По тем данным, которые есть в открытых источниках, медики говорят, что нельзя принимать алкоголь. Вот есть такое заблуждение, что для профилактики нужно дернуть, да? Рюмочку, да. Наоборот, это усиливает метаболизм в организме, усиливает обмен веществ, тем самым усугубляет действие, усиливает действие яда. Говорят, что нужно наоборот выпить больше жидкости, положить человека в спокойное состояние в тени и обратиться за медицинской помощью. Обычно, я так знаю, что делают капельницу, тем самым очищая организм от токсинов, которые
Від того яду, да? Яда, который получен. Ну, померти від укуса змії на Дніпропетровщині неможливо, якщо немає якихось, ну, крайне маловероятен такой исход. Скажем так, от укуса пчел страдает, наверное, гораздо больше людей, чем от укуса змеи. Но почему-то змеи боятся гораздо-гораздо сильнее и больше, чем пчел. Есть множество змей у нас, которые укус вообще не является опасным, не является ядовитым. Эти змеи очень страдают от незнания людей. Потому что, ну, все знают ужика, да, обыкновенного ужа, у которого есть яркие, ну, да, ушки, такие, пятнышки на голове. Но кроме этого, этой разновидности, также очень часто у нас встречается уж водяной. Эта змейка не имеет таких опознавательных ярких ушек, она шахматного окраса. Вырастает до метра, а бывает даже чуть больше метра длиной, и очень часто встречается вблизи водоемов, где питается мальками рыб, лягушками. И незнающие люди всегда почему-то считают, что именно эта змейка опасна, ядовита, убивают их и так далее, вызывают спасателей. Эти змеи имеют очень высокую плотность популяции и могут встречаться довольно большими группами, особенно по берегам рек, даже в черте города, у нас в центре города на набережной можно встретить в определенную погоду. То есть эти змеи не любят сильную жару, не любят сильный холод. Они же холоднокровные животные, и их активность зависит от температуры окружающей среды. Например, весной, когда только наступают первые теплые дни, они как раз проявляются на поверхности и начинают прогреваться. Сейчас, когда стало жарко, они ищут укрытие, ищут тень, где им спастись от перегрева, и наоборот заползают в жилища людей, в хозяйственные постройки, где, собственно, и встречаются с жителями нашего города. В якому випадку змія, да, от, власне, та, яка там, ну, менш ядовита, да, може напасти на людину? Никакая из разновидностей змей, которые у нас водятся, не стремится напасть на человека. Они это делают только защищаясь. Чаще всего, наверное, это может произойти в тот момент, когда на змею, например, наступили, не глядя или специально, я не знаю, по какой причине. Вот именно тогда, например, змея может укусить. Или схватили ее руками незащищенными. В любом другом случае, мне кажется, змея будет стараться уползти. Она может шипеть, она может бросаться. Вот наша змейка, да, она, поскольку уже была с яйца выращена людьми, она не проявляет никакой агрессии, да, никакой защиты, не шипит, не бросается. Но природная змея, даже будь то полос неядовитый, например, каспийский полос или сарматский полос, который водится в нашей области, встретив человека, конечно, он будет пытаться защитить. Он может делать броски в сторону человека, особенно каспийский полос, да, это одна из самых агрессивных змей, которые водятся у нас. Она довольно крупная, она вырастает, ну, до полуметра, бывает даже экземпляры до полутора метров, а бывает и больше. И она действительно может делать атаки в сторону человека, по направлению к лицу, делать броски, шипеть, угрожать. Но яда у этой змеи нет. И даже если она укусила, достаточно, как правило, протереть антисептиком, обеззаразить укус, і чаще всего це не визиває ніяких проблем. Тобто, допоки ви не чіпаєте змію, вона не чіпатиме вас. Якщо, наприклад, ми сидимо там на березі річки, да, і проповзла змія, тобто, ну... Ну, це її дом, вона тут живе. Ми прийшли к ній в гості на пляж, там, да, отдыхать, а вона тут живе завжди, жила раніше, наверное, должна жить и в будущем. 100%. Поэтому призываю сохранить этих животных, не обижать их. Они заслуживают права на существование. Они очень важные животные. Они регулируют численность многих вредителей, грызунов, которые уничтожают леса, поля, мышей, которыми они питаются. И если будут отсутствовать змеи, то, естественно, нарушится баланс, нарушатся экологические цепочки, которые существуют в природе, что повлечет, конечно, последствия негативные. Хотілося, щоб ви наприкінці нашого ефіру звернулися до наших телеглядачів і ще раз їм нагадали, щоб вони не боялися, і що їм робити у випадку, якщо вони зустрінуть змію десь, не знаю, в місті або на місці відпочинку. Можна, може, показати, да, поближе ласка, нашого питомця, да? А то... Такая красивая гондурасская молочная змейка. Это уже змейка, выращенная в террариумных условиях с младенчества, с рождения, с яйца. Поэтому она такая спокойная
и, конечно, очень грациозное животное. Ну а в природе, если встретили змейку, то, конечно, не стоит ее хватать руками, да, а попытаться, например, накрыть сверху каким-то, какой-то емкостью, например, ведром, чтобы зафиксировать ее, чтобы она не удрала, не уползла, не спряталась где-то в недоступном месте. И уже только потом попытаться ее перенести в более безопасное какое-то место, где для нее будет, да, что покушать, где спрятаться, в зависимости от того, что это за змея, чем она питается. Например, если это медянка, она питается ящерицами, поэтому ее нужно выпустить там, где водятся ящерицы. Если это уж, то, скорее всего, он живет на берегу водоема, питается рыбкой, лягушками, поэтому нужно найти ему подходящее место и так далее. Тобто головне не боятися. Уважають змії, да, не обіжати їх. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Поважайте змій, не бійтеся їх і бережіть природу, повторюю вкотре, тому що там живуть отакі прекрасні милі створіння, як змії. Як би нам не було страшно, пам'ятайте, що вони так само бояться. Сподіваюся, ви нас почули. Дякую вам за увагу, до побачення.